Яны ідуць у новае жыццё з усмешкамі, аднак і з хваляваннем. У 20 выпускнікоў другой магілёўскай школы розныя планы на жыццё, але пакуль аднолькавыя пачуцці, сум развітання і радасць спаткання. Отлично, и все, и в это же время волнительно. Но я думаю, что все у нас получится, и все будет хорошо, потому что мы все одна дружная семья. Я жду исполнения своих желаний, ну, исполнения желания стать кем я хочу, поступить. Просто хочу стать дизайнером и доставлять людям какую-то, не знаю, радость в вещах, которые я буду делать. Я еще не поняла конкретно дело своей жизни, но я буду искать. Человек же всю жизнь находится в своих поисках чего-то. И, конечно, я думаю, каждый из нас будет немножко в душе скучать по школе, даже если это были и сложные времена. Церемонія апошняга званка праходзіць у актавай залі. Яна ўрачыста ўпрыгожана і поўная людзей. Ад бацькоў, якія хвалююцца за сваіх дзяцей напярэдадні адказнай пары, да вучняў малодшых класаў, якім вельмі хочацца быць ужо старшакласнікамі і дарослымі. Але час бяжыць хутка. И вот уже выпускники, и для их самые теплые слова. Они такие все удивительные, неординарные, и красивые, и добрые, что у них все-все-все обязательно получится. Мы в это верим, мы надеемся, и мы даже, ну, скажем так, не сомневаемся в этом. Каждый раз это так трогательно, и хочется пожелать только самого светлого, радостного. И прощаясь, вот пожелать им удачи, тепла, нежности. Дарэчы, у другую школу прыйшоў на апошні звонок гость. Скульптор Андрэй Верабьёў зрабіў у своей родной школе асаблівый подарунок. Звон у выгляде символичных для Магілёва и самого скульптора и льва, и с фрагментом герба областного центра. Выпускникам спадабаўся, и для их есть творчае пожаданне. Знайсці сябе. Гэта найвялікшае шчасце, ведаць, для чаго жывеш, прачынацца шчаслівым, што раніца. І нехай так будзе. На школьным двары ёсць дрэва, якое пасадзілі выпускнікі, на памяць для роднай школы. И через каких-нибудь 10 лет мы сюда обязательно всем классом вернемся, чтобы посмотреть, каким оно стало за эти годы. Тем более, что сёлета тут отзначают двойный юбилей. 110 годов другой школе и 750 год городу Магілёву. И обедве даты близкие выпускникам. Поздравляем! Илона Иванова, Виталий Алексеенко, новина региона.